Друзья, добрый день. Это обзор номера категории «Семейный люкс» загородного спа-отеля «Шишкин». Начну я прямо со входа, потому что вы попадаете в двухкомнатный номер своим полностью отдельным входом. Это практически эксклюзивные номера, потому что их всего три в отеле. Значит, у вас есть вот такая дверь, которая вас отгораживает от внешнего мира. Справа у нас номер категории King Size, это номер большой, 33 квадратных метра, с диваном, телефоном, необходимыми номерами, разворачивающийся в обе стороны телевизор, в зависимости от того, где вы хотите его посмотреть, с дивана или с кровати. Большой санузел с нашей стандартной комплектацией, фен, дозаторы, мини-парфюмерия и большая душевая кабина здесь. Вот такая прям достаточно вместительная. И второй номер, вторая комната данного номера. Это номер поменьше, размером как стандарт, 22 квадратных метра, со своим санузлом, с доп-местом кресла. И вот такая кроватка 1,60 м шириной. Виды из окон, которые будете созерцать каждое утро. И самая главная и важная часть этого номера – это ваш персональный балкон. Это то, чего в Шишкине нет вообще практически ни в одном номере. Вот вы вышли, у вас свой персональный, ни на кого не глядящий, кроме леса, балкон. Лично ваш. Поэтому номер называется «Семейный люкс». Для большой семьи, большого количества детей, полностью отгорожены в своем мире. Везде автоматическая система отопления и кондиционирования. Вы настраиваете себе, выбираете комфортную температуру. Вот поэтому приезжайте. Категория «Семейный люкс». Ждем вас в гости. До встречи.